И к новостям спорта. Староскольцы – чемпионы открытого Кубка Европы на самбо на призы президента Республики Беларусь. Турнир в Минске собрал 140 спортсменов из Армении, России, Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдовы, Туркмении и Таджикистана. Первый день соревнований успешно выступил Виктор Немков в весовой категории до 98 килограммов. Также золото в боевом самбо завоевал Владимир Сергеев. Во второй день Кубка на высшую ступень пьедестала поднялся Иван Грачев, а Дмитрий Онин взял серебряную медаль.